Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить доп-сюжет в Доки Доки, и давайте уже добьем любовь к себе, чтобы увидеть письмо, так как письмо нам так в почту и не пришло до сих пор. Надо все-таки посмотреть, что там такое. И интересно все-таки, что будет в этом равенстве. Я думаю, скорее всего, будет такой одна единая, абсолютно единая история. Блин, а если... Кстати говоря, будет очень интересно, если тут покажут, знаете, появление нашего героя. Хотя я, конечно, понимаю, что большинство отображений нашего героя, например, это чисто фанатские, конечно, изображения. Их фанаты сделали, но все равно интересно было бы подобное увидеть. Привет. А, привет. Я уж думала, ты сегодня не придешь. В общем, да. Обеденный перерыв наполовину прошел. Обычно Насуки встречалась с Юрией на лестнице куда раньше, когда ей не хотелось видеться со своими подругами. Это был отличный способ от них ускользнуть. Сегодня в руках она держала пластиковую коробку. Мы с друзьями встретились случайно, ну и поболтали немного. Что? Что, правда? Да. У меня сегодня настроение было хорошее, я решила с ними потусоваться. Давно ведь не виделись. За это отдельно извиняться пришлось, но я другого и не ждала. К тому же я столько напекла, что уже не знала, куда девать. Подумала, что надо и их тоже угостить. Нацуки садится и открывает крышку. Ты напекла пирожных? Ну да. Давно этого не делала. Вот и подумала, что пора. Можешь взять, если хочешь. Юрий берет пирожное и осторожно вертит его в пальцах. Коричневое тесто покрыто темно-зеленой глазурью с безупречными цветочными узорами и блестящей посыпкой. Блин, самому хотя бы какой-нибудь пирожок съесть захотелось. Как красиво. Я только что пообедала и целиком, наверное, я его не съем. Это для клуба? Ну да, вроде того. Я как-то не задумываюсь, просто напекла и все. А, я так подумала, просто потому что Моника очень любит зеленый цвет. Хм, нет, это не совсем. Юрий откусывает кусочек. Оно с ароматом зеленого чая. Я люблю зеленый чай. А, правда? Ай, делает вид. Подруга, ты очень плохо умеешь делать вид, что ты ни при чем. 100% ты для Юрия их заготовила. Я так просто об этом подумала, случайно, и решила попробовать. Ха-ха-ха. Не смейся надо мной. Я не смеюсь. Мне просто радостно. О. Извини. Обычно, когда... В общем, ладно. Я хотела сказать, что это здорово. Извини, опять глупости наболтала. Мне просто хотелось сделать что-то приятное. А печь — это то, что я умею лучше всего. И я знаю, что ты любишь пирожные. По прошлому опыту. Юрий краснеет, вспоминая, как в прошлый раз... Объедалась пирожными Нацуки, да. Это очень мило. По иронии судьбы, прямо сейчас рот набит пирожными, и она никак не может... И она ничего не может сказать. Остается лишь смирить Нацуки осуждающим взглядом. Как случилось, что ты стала печь? Даже не знаю. Мне это всегда нравилось. Вот и все. Пару лет назад я читала мангу, и там было много про выпечку. Я этим ужасно увлеклась. Почти каждый день что-нибудь пекла. Но мне это и раньше нравилось. Выпечка. Это как искусство, а когда руку немного набьешь, получается очень вкусно. Я не могу себе представить, что ты чувствуешь, когда вкладываешь душу и творишь красоту. А я ее съедаю через полчаса. Ха-ха-ха, думаю, ты для этого слишком практичная. Наверное, мне больше нравится съедать чужое творчество.
Это я и сама люблю. Выпечка — это способ сделать людей счастливыми, без всяких сложностей. Все говорят мне спасибо, все довольны. Ты приносишь им радость. Я чувствую, даже не знаю, как сказать. Что тебя ценят? Да, вроде того. Так ты сегодня помирилась со своими друзьями? Да мы не особо и не ссорились. Никто ни с кем не ругался, ничего такого. Разве? Наверное, я что-то не так поняла. Мы ссоримся, когда я выхожу из себя. Но это совершенно лишнее. От выплеска эмоций мне становится только хуже. То есть, они по-прежнему тебя критикуют? Слушай, это вообще редко бывает. У них просто характер такой. Это мои проблемы. Если мне что-то не нравится, оно того не стоит. Тем паче у меня теперь есть место, куда пойти, когда я не хочу тусоваться с ними. А, понятно. Пустая обертка, в которую было завернуто пирожное, хрустит, когда Юрий снимает фольгу, сжимает фольгу в кулаке. Я рада, что у вас все решилось. И тебе больше не нужно их избегать. Ого. У меня то же самое. И теперь я больше не стану отнимать у тебя время, когда ты хочешь побыть одна. Тебе же наверняка хочется почитать в покое и одиночестве. Ого. Давай уж скажи, что нет. Я знаю, что мои пирожные — это сущая мелочь по сравнению со всем, что ты для меня сделала. Но ничего лучше у меня нет. Так что можешь забирать все, что осталось. Нацуки берет коробку и ставит ее к ногам Юри. Юри смотрит на коробку, потом качает головой и молча отодвигает обратно. Лучше угости других своих друзей. Но я для тебя пекла. Голос Нацуки срывается. Я знаю, и они мне очень понравились. Ты была права. У тебя отлично все получилось. Но я знаю, что ты хочешь и других своих друзей порадовать тоже. И если это твой способ приносить людям радость, я не стану отнимать его у тебя. Нет, я их пекла для того, чтобы принести радость тебе. Ты приносишь мне радость. Есть люди, для которых важнее любимых пирожных. Подожди. Есть люди, для которых ты важнее любимых пирожных. И поэтому они хотят проводить с тобой время. Дружить с тобой. И внезапно у Нацуки из глаз начинают течь слезы. Она поджимает колени к груди и всхлипывает, уткнувшись носом в скрещенные руки. Нацуки? Я такая никудышная. Юри заикается, она в панике. Я не хотела тебя обидеть. Нацуки трясет головой и трет глаза. Ты меня не обидела. Я просто... Нацуки пытается подавить рыдание. Ей трудно говорить. Иногда я просто себя ненавижу. И когда ты говоришь такие добрые слова, мне кажется, что это неправильно. Что я этого совсем не заслуживаю. Мне очень жаль. Нет, это ты меня извини. Со мной вечно одни сложности. И я не вижу в себе ничего хорошего, за что кто-то мог бы меня любить. Я так себя ругала за то, что надоедаю тебе во время обеда. Но я думала, это мой шанс показать себя с хорошей стороны, быть хорошей, делать все, о чем ты написала в письме. Если бы я все это в клубе попробовала, Сайори и Моника из этого раздули бы целую историю. Знаешь, я тоже о себе думаю много плохого, как ты говоришь. Мне вечно кажется, что я никуда не гожусь,
Я каждое свое слово потом анализирую и ругаю себя за все. Я все время только о себе и думаю. Ненавижу себя. И мне кажется, что все вокруг тоже должны меня ненавидеть. Так что я по собственному опыту знаю, о чем ты говоришь. И потому и решила написать то письмо, чтобы выразить свои чувства. Мне больно видеть в другом человеке все то же самое, что я вижу в себе. Нацуки шмыгает носом, порывшись в сумке. Юри достает салфетки и протягивает Нацуки. Моника говорит, что о таких вещах задумываются только хорошие люди. Если человек хочет стать лучше, значит, он уже неплохой. Так что не переживай. И вообще, в тебе есть то, что людям нравится. Так что... Например... Ну, с тобой весело и интересно. Ты не смущаешься и умеешь смешить. Ты увлекаешься и готова вести друзей за собой. А еще ты заботишься о других. В общем, много чего. Ой. Теперь ты меня совсем засмущала. Ты сама попросила. А я, по-твоему, не смущаюсь? Нацуки пытается скрыть улыбку, но затем вздыхает, и улыбка стирается сама собой. Сколько я сюда не прихожу, всегда думаю, что это в последний раз, но почему-то опять возвращаюсь. Это плохо? Просто непонятно. Я с ними очень давно дружу, и когда я их бросаю и ухожу, у меня такое чувство. Какое? Нацуки переходит на шепот. Я начинаю бояться, что они на меня разозлятся. Наверное, так. Я правда не знаю, как быть. Она умолкает. Юри задумчиво смотрит в сторону, разглядывая узоры кафельной плитки. Чисто гипотетически, а почему бы друзьям за тебя не порадоваться, вместо того, чтобы злиться? Порадоваться чему? Потому что тебе нравится в новом клубе. Ну, это какое-то неправильное предположение. Ну, кстати говоря, нет. Нормальные друзья будут радоваться именно за тебя, даже если то, что ты, например, делаешь, немножко сокращает ваше мне время препровождения с... Твое времяпрепровождение с ними. Если это делает тебя счастливой. Так и делают настоящие друзья. Нацуки говорит без особой убежденности в голосе. Я всегда твердила себе, что не нуждаюсь в чужом одобрении, чтобы быть счастливой. И по-прежнему так считаю, но... Я провожу время с людьми, которые унижают меня всякий раз, когда я делаю то, что им не нравится. Наверное, поэтому у меня в голове такая путаница. Меня пытаются лишить тех вещей, которые должны приносить мне радость. Выходит, я должна стать несчастной для того, чтобы стать счастливой. У меня от этого голова трещит. Если так, наверное, тебе нелегко достичь согласия внутри себя. Близкие друзья осуждают тебя за то, какая ты есть. И ты начинаешь думать, будто с тобой что-то не так. Действительно, это идет вразрез со всем, во что я верю. Да? И совершенно не подходит тому человеку, каким бы я хотела стать. Мне это надоело. Мне все это надоело. Нацуки прижимает ладони ко лбу и качает головой. Я знаю, чего мне нужно от жизни, но постоянно уговариваю себя, что это не так. Быть несчастной, но удобной куда проще, чем сделать то, что меня... настолько пугает. Что именно? Ты понимаешь, о чем я. Надо положить этому конец. Не общаться больше с ними. Нацуки кивает. Я не думаю, что ты всерьез рассматриваешь такую возможность.
Я сама не думала до недавних пор. Но это такая... Но это такая штука, знаешь... Когда ты к чему-то привыкаешь, кажется, что так должно быть всегда. Ты столько вложила в эти отношения, там так много тебя, и кажется, что жизнь не может идти по-другому. Если ты от этого откажешься, то как будто выкинешь пол жизни на помойку. Мне страшно даже подумать об этом. Нацуки вздыхает. Это правда страшно. До ужаса. Чего ты боишься? Не знаю. Много чего. Например, остаться одной. Боюсь, что мне будет не с кем поболтать и тусоваться. Что мне не будет так хорошо с другими, как было с ними. И я не хочу, чтобы они меня ненавидели. И я боюсь, что они мне сделают больно, когда я пойду против них. Они могут тебя полюбить. Нет, не в этом смысле. Но... Юрий сжимает кулаки. Нацуки. Что? Если кто-то вздумает тебя тронуть, я устрою им такое, что мало не покажется. Нацуки фыркает. Не смейся надо мной. Ха-ха-ха, извини, я просто... Мне понравилось то, что ты сказала. Такой вот план. Я сказала, что думала. Я знаю. На коне. Вот так вот. Нацуки, конечно, научила ее говорить то, что она думает, а не думать над каждым словом. Улучшаем друг друга. Нацуки с нежностью смотрит на Юри. Мне это очень помогло. Она замолкает, и Нацуки опять пододвигает коробку с пирожными к Юри. Возьми это, ладно? Я больше никого не хочу угощать. Ты уверена? Нацуки кивает. Уверена. Тогда возьму. И с удовольствием съем. Нацуки отворачивается, но внутри у нее теплеет. Она цепляется за это ощущение, потому что оно придает ей смелости. А вот она и, кажется, последняя глава будет, скорее всего. Там, кажется, по две главы. Так, все, продолжаем. Надо все-таки отпевать за ваше здоровье, хоть у меня сейчас просто обычная водичка. Ого, сегодня ты пришла первая. И принесла кое-что... И принесла кое-что почитать. Ого. Нацуки сидит на обычном месте и держит на коленях томик манги. Коробочка с едой стоит рядом. Юрий тоже садится и открывает книгу. Так обидно, когда хороший сериал подходит к концу. Вроде было в твоей жизни что-то большее и важное, а потом раз и закончилось. Ну, кстати говоря, конечно, это будет немножко муторно, но, ну, как-то по-дедовски, но сериалы для этого и нужны. Сериалы нужны для того, чтобы заполнить твою пустоту. То, что большинство из нас, как говорится, ну, имеется в виду, если ты вообще даже не занимаешься блогингом, вообще ничем. Ничем не интересуешься. Сериалы для этого и нужны. Ты просто заполняешь пустоту, но по-настоящему эта пустота скоро вернется к тебе. Потому что, ну, да, сериалы кончаются и все. Все заканчивается. В детстве, да, это такой вид развлечения. Приятно смотреть мультсериалы. Сериалы обычные. Ну а так это чаще всего способ наполнить свою жизнь чем-то хотя бы на время. И сразу такая пустота внутри. К сожалению, со мной вот случилось именно это. Я сейчас читаю последнюю книгу в цикле. Это обидно. Да, но когда история заканчивается... В этом есть своя прелесть. Я не думаю, что она должна длиться вечно. Наверное. Хотя бывают вещи, которым лучше бы не заканчиваться никогда. С другой стороны, бывает, что автор тянет и тянет. Хотя давно пора бы поставить точку. Знаешь, о чем я? Само собой.
точно помню, что читала одну такую историю. Там уже к середине все стало невыносимо, а концовка вообще оказалась ужасной. Это что-то, честно говоря, это отсылка там, не знаю, как это... Может быть и к Five Nights at Freddy's, какие там еще есть игры, которые все продолжаются и продолжаются. Хотя их давно пора закончить. Ой, извиняюсь. Ведьмак, например. То же самое. История уже давно вся рассказана, но они продолжают и продолжают что-то пилить. А по-настоящему то, что они продолжения пилят какие-то, они оказываются еще хуже. Выходит, когда что-то хорошее заканчивается, это обидно. Но еще хуже, когда автор бесконечно растягивает сюжет. Так что от тебя от него тошнит. И так нехорошо. Угу. Но это в природе вещей, всему приходит конец. Наступает тишина. Они не слыша едят и читают каждое свое. Вот только Нацуки к своему обеду почти не притрагивается. Ты, наверное, по выходным никуда не ходишь, да? Что, прости? Ну, с друзьями, в торговый центр, в кино или еще куда. Я не затворница, к твоему сведению. Извини, я неправильно про тебя подумала. Нет, если правду говорить, я гуляю реже, чем другие, чем ты, например, и все наши из клуба. Я не тусуюсь с подругами, не провожу время так, как ты рассказывал. Я встречаюсь с людьми, с которыми мы играем в настольные игры. Во что? Не имеет значения. Это такое развлечение для зануд. Кстати говоря, не соглашусь. Фу такое заявление. Это отличное времяпрепровождение. Куда лучше даже игр. Серьезно. Это, кажется, одна из единственных вещей, которая меня может от игр оторвать. Вот если мне предложить сыграть в настолку, я побегу с радостью. Это куда лучше. Так ты с живыми людьми общаешься. И вообще, к чему был этот вопрос? Просто стало любопытно. Я попыталась представить и не смогла. Мне стало любопытно. Юри смотрит на Нацуки и замечает, что та дрожит. Не смотри на меня так. Извини. Нацуки поджимает колени, груди утыкается в них лбом. Я больше не могу. Я сделала что-то не то? Юри с тревогой перебирает в уме все, что она могла сказать или сделать. Это я сделала. Я с ними порвала, написала смс-ку и все им сказала. А потом я их заблокировала, потому что мне стало страшно. И теперь, мне кажется, я сейчас умру. А, это? Прости. Юрия растеряна. Она не знает, что делать, и не находит слов, чтобы поддержать подругу. Нацуки дышит тяжело через силу. Ничего не слышно вокруг, кроме ее дыхания. Потом до Юри доносится ее сдавленный шепот. «Помоги мне. Мне так плохо. Я хочу биться головой о стену. Пожалуйста, помоги. Я больше не могу. У тебя паническая атака». Как только Юри понимает, что от нее требуется, она преисполняется решимость. «Я знаю, что делать в такой ситуации. Я тебе помогу. Хорошо?» Нацуки чуть заметно кивает. Она по-прежнему сидит, уткнувшись носом в колени и учащенно дышит. Юри пересаживается так, чтобы оказаться на одну ступеньку выше Нацуки, и кладет руки ей на плечи. «Ты чувствуешь мои руки?» Нацуки кивает. Теперь, когда Юри к ней прикасается, она осознает, что подругу бьет дрожь. Юри говорит с ним тихим и ласковым голосом. «Ты сейчас в безопасности. Все хорошо. Никто не может причинить тебе вреда».
Нацуки вновь кивает, хотя Юри касается только ее плеч. Она почти физически ощущает, как у Нацуки чистит пульс. Ну ладно. Как у Нацуки чистит пульс. Мы вместе сделаем дыхательное упражнение. От тебя ничего не требуется. Только слушай, как я дышу, и делай это вместе со мной. Давай вместе сделаем вдох. Юри медленно и глубоко вздыхает. Она чувствует, как под ее ладонями поднимается плечи Нацуки. Та тоже втягивает в себя воздух вслед за Юри. Они вздыхают вместе, хотя у Нацуки начинает срываться дыхание. Хорошо, давай еще. Юри вновь вдыхает. Нацуки присоединяется к ней. Они повторяют так несколько раз, и все это время Юри пристально следит за Нацуки. Наконец, Юри чувствует, что Нацуки слегка расслабляется. Давай сосредоточимся на физическом мире. Так, продолжаем. О, все. От тебя нужно только одно. Сосредоточься на том, как ты вдыхаешь и выдыхаешь. Ощути мои руки на своих плечах. Ты в безопасности. Тебе хорошо и удобно. Минута проходит в полном молчании. Минуты проходят в полном молчании. Юри видит, что худшее миновало, но она не собирается отстраняться, пока Нацуки не попросит ее об этом. Нацуки отрывает голову от колен, ее дыхание почти выровнялось. Наконец она делает последний глубокий вдох и медленно поднимается на ноги. Юри отпускает ее. Она вытягивает руки. Извини, я не собиралась устраивать истерику. Не знаю, что на меня нашло. Тебе не за что извиняться. Для тебя это наверняка ужасный стресс. И что теперь? Все время так будет? Не знаю. Возможно. Мы можем принять меры, чтобы этого не повторилось. Но я думаю, все сойдет на нет само по себе. Нацуки собирается сесть обратно на место, и Юри спешно отодвигается. Юри поворачивается, чтобы поднять с пола книжку, которую в спешке отбросил. Она стряхивает с обложки пыль. Я вряд ли справилась бы с этим в одиночку. Ты не одна. Юри вновь смущенно опускает взгляд. Отныне и впредь. Так, продолжаем. Что-то меня сейчас прерывают в последнее время. Тебе ничего не придется делать одной. Юри напрягается, когда произносит эти слова. Она редко выражает свои чувства так откровенно. Но если на суке что-то такое, с ней это кажется совершенно естественным. Возможно, потому что Нацуки такая же, как и Юри, застенчивая и неуверенная в себе. Нацуки просто умеет это скрывать, и Юри не сразу осознала, насколько они похожи. Именно благодаря этому Юри находит слова ободрения, в которых так нуждается сама. Ты заслуживаешь любви. Приняв это, ты сделаешь первый шаг на долгом и нелегком пути, чтобы наконец научиться любить себя. Эх, милый Арт. Ты все это серьезно? Ты ведь потом наверняка пожалеешь в своих словах. В смысле? Ну как же? У меня теперь будет уйма свободного времени по выходным. А ты даешь мне разрешение надоедать тебе столько, сколько я захочу. И тискать тебя по всяким таскать тебя по всяким разным местам. Понятно. Но поскольку ты это уже сказала, отступать поздно.
О, в таком случае, я полагаю, мне придется отвечать за свои слова. Ого. Маленький ребенок. Не зря, мне кажется, одной из модификаций Юрий ее называет маленьким ребенком. Я знаю классное кафе мороженое. А? Значит, ты выяснишь, наконец, какой сорт я люблю больше всего? В смысле? Ты о чем вообще? А, ты забыла? Первый день, когда ты пришла в клуб, ты угадала мой любимый сорт мороженого для всех, а мой — нет. Ты сказала, что понятия не имеешь. Правда? Я совсем этого не помню. Хотя нет, погоди. Вспоминаю. Я сказала, что это, скорее всего, зеленый чай. Юрий качает головой. Идея неплохая, но вообще-то более всего я люблю шоколадные и малиновые. Шоколад и малина? Прикольно. Что в этом прикольного? Ну, не знаю. Мне казалось уж... Про такое я должна была догадаться. Ну, может, в следующий раз я попробую шоколад с клубникой? Эй, это я клубнику люблю. Хм. Как... Подожди. Какое совпадение. Знаешь, это хорошо, когда впереди ждет что-то приятное и можно... подумать об этом. Меня все еще слегка подташнивает, но теперь мне проще убедить тебя, что я поступила правильно. Если что-то еще, что я могу для тебя сделать? Не думаю. Мне ничем нельзя помочь. Легче не станет. Но ты уже сделала больше, чем я считала возможным. Я вдруг подумала, мы ведь так и не поговорили о том письме, что ты написала. Но мне кажется, мы уже перешагнули этот рубеж. Я даже не знаю, что тут сказать. Разве что, мне кажется, оно помогло мне лучше разобраться в самой себе, в том, что мне нужно. Чего бы я хотела от других людей? И какие друзья мне на самом деле нужны? Поэтому я и стала сюда приходить. Меня тянуло к тебе, хотя я и боялась, что это создаст еще больше проблем. Я подумала, что ты случайно тут оказалась в самый первый раз. В общем, не совсем. Что ты хочешь сказать? Ничего. Вообще-то я тебя нарочно искала. Сайори мне помогла. Но ты говорила... Я стеснялась, что тут непонятно. Я не была готова вот так взять и... В общем, ты меня поняла. В общем, наверное, я рада, что ты набралась смелости. Хотя бы так, на свой лад. Последнее время... Тебе приходится принимать непростые решения. Ты очень храбрая, и в итоге тебе от этого станет только лучше. Я думаю, кто угодно сейчас бы тобой гордился. Кто угодно? В смысле, и ты тоже? Да. И я тоже. Знаешь, а ведь к хорошему быстро привыкаешь. Только не подразнивай меня слишком часто. Попробую. Разве что изредка. Изредка можно. Я понимаю, насколько тебе сейчас все кажется ненадежным. Но я не сомневаюсь, что впереди нас ждет много хорошего. И у меня такое предчувствие. Спасибо.
Так приятно, когда кто-то тебя успокаивает. Девочки продолжают болтать до конца обеденного перерыва. Что-то новое зарождается между ними. Уверенность в том, что они идут верным путем. Еще пара часов, и литературный клуб соберется на очередное заседание. Все четверо будут весело проводить время. Каждая из них особенная и неповторимая. Каждая приносит в клуб что-то свое и дарит это остальным. Дружба и литература помогают участникам клуба расти над собой и становиться счастливой. Счастливее. Где кончается одна глава, начинается новая. Юрий ненадолго задумывается. Она вот-вот дочитает свою длинную серию, и к этому моменту хорошо бы, чтобы новая книга уже ждала на пол. Возможно, на выходных стоит заглянуть в книжный магазин. Вдвоем. А вот и наконец. А где почта? Не отвлекайтесь от главного, это еще что? Персонажи не соответствуют. Персонаж не... Странно. Ладно. Скорее всего, только в конце, в последней части будет. Ну, будет. Дадут нам новое письмецо. Значит, увидимся мы уже в следующих частях. И, наконец-то, уже в последние две серии по Доки-Доки закончат наконец-то наше прохождение. Мы наконец-то его завершим. Сколько оно там, больше года, я думаю, длилось. Там 2 года почти. Пипец. Конечно, я умею всегда растягивать. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки. На ваше усмотрение пишите комментарии, критикуйте, предлагайте игры для прохождений. Я их все принимаю, и первые игры, которые мне предложат, я в первую очередь и начну проходить. И намекну так чисто фанатам Дасквуда, если кто это смотрит. Совсем скоро, через пару дней, начнут выходить наконец-то серии Дасквуда, и это уже не просто именно, и это не просто слова. Мы наконец-то закончим игру, и уже 24 мая нам дадут доступ к долгожданной Moonlight. И мы вместе в нее окунемся, увидим продолжение нашей дорогой истории наших товарищей из Дасквуда, еще и новое расследование заценим. Интересно, что же там X-Byte сделали. Думаю, что-то очень хорошее. Не зря же столько лет сидели, ждали. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord-сервер, на канал на Рутубе. Это так, на всякий пожарный, вдруг что-то с каналом и Ютубом в целом случится, так мы хотя бы не потеряемся. И на группу одного очень хорошего человека-дизайнера, который сделал нам шапочку и логотипчик. Ему большое спасибо, он делает не слишком дорого, и главное, хорошо, и постарается сделать максимально подходящую для вас работу. Также и для Ютуба, для шапочку, и логотипчик, если нужно, и другие товары. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, так вы о новых видео узнаете, пополните нашу маленькую, точнее, не такую же маленькую, но все такую же крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!